Мне кажется, что самое важное сейчас – это понять ценность времени, которая у нас есть, и перестать жить черновиками, перестать жить с чувством, что ну, я пока это попробую, потом это попробую, потом то попробую, потом, может, вот этим займусь. И понять, что это же не жизнь. Это подготовка к какой-то жизни. В Советском Союзе люди готовились жить на пенсии. Все говорили, вот до пенсии доживу, и там начнется жизнь. Заслуженный отдых это называлось. Пенсия. Вот. А мы как будто переняли эту. Советский Союз перенял у христианства, потому что там закончил земной путь, и у тебя Начинается Царствие Небесное, и отдыхаешь там. Вот. Теперь сдвинули к пенсии в Советском Союзе, а мы сейчас находимся в этой э, такой реальности, что вот может быть что-то как-то сладится, случится, произойдет, повезет, получится, начнет переть, и вот по тогда заживу. А это же все обманки.